Настал март. Снег в солнечных местах стал стаивать, вода убегает. На месте прошлогодних зарослей появляются первые цветы весны. Красивые белые колокольчики – это подснежники. Ходит такая легенда, что когда Бог изгнал Еву и Адама из рая, наступила вечная зима. В конце концов Ева не выдержала, заплакала. Из ее цветов получились вот эти подснежники, которые появляются сразу после ухода снега. Чаще в лесу снега полно, только на опушках, на протальных вот эти красивые цветы появляются. Здесь он еще, вот еще нашли, то там, то сям, везде цветы эти новые. Видите, что творится.